Владимирович, по поводу ларька, который появился, мы оперативно посмотрели эту информацию, она просто не была опубликована. Значит, земельный контроль туда выезжал, комитет управления имуществом, пока Марусов этим вопросом не занимается. Вот. Следующая ситуация. Ларек находится на территории, предоставленной в аренду ООО «Славянский рай». В аренду предоставлен земельный участок в 2006 году на 49 лет под объект торговли. Эта, значит, организация ООО «Славянский рай» сдает его в субаренду. Поэтому там уже решен закон. Да, по второму вопросу.